будет на сегодня будет. Сажать капусточку? Да! Да! Класс! А какого цвета капусточка? Кто скажет? Зеленого. Зеленого? Да. А вот иголочек там сзади. Посмотрите. Яночка расскажет, как нужно садить, да, правильно? Раскопать ямку. Маленькую ямочку делаем, ставим туда капусточку. И все. И капусточку. И загортаем. И Вовчика так само. Вот так загортай со всех сторон, Вовчик. Уже все. Улыбайся, Вовчик. Я уже все. Улыбаешься. А Яночка. Давай следующий, дальше здесь, Яночка. Вот видишь, капусточка стоит. Давай. Здесь? Давай. Боя. Вовчик закапает, а я буду снимать эту капустинку. Чтобы она не падала. Вот так. Следующая, вот еще одна. Давай. Давай, а Яночка тут другую капусточку. Давай. Закапываем. И у нас вырастет капуста. Летом будем кушать, да, Яночка? Да. Салатик сделаем. А вот сзади тебя еще капусточка одна поставлена. Ну давай. Вот видишь? Давай. Вовчик, а ты здесь давай. Вот видишь, есть еще ямка, Вовчик. Давай засаживай. Знаем. А вот, наверное, та, что у меня возле ног, видишь? Вот здесь снизу, давай. Сниз корешок, видишь? Да, этим корешком вниз. Давай, закапывай. Там еще моя. Пока подписывайтесь на наш канал, если вам это видео понравилось, напишите нам в комментариях. Ура!